спецсредство против коронавируса. Чтобы не допустить распространения инфекции, сегодня в городе Барнауле проводят влажную уборку улиц. Специальными средствами обрабатывают дороги, тротуары и места общественного пользования. Сейчас мы находимся на площади Октября. Именно отсюда и началась дезинфекция. Первая точка санитарной обработки – подземный переход возле дома под шпилем. К слову, в городе таких три, и все будут продезинфицированы. Также будут обработаны остановки и другие общественные территории. Сейчас специальным химическим раствором дезинфицируют центральную аллею на проспекте Ленина. Для дезинфекции используют хлороорганические составы. Концентрация таких средств безопасна для людей и эффективна против коронавируса. Коронавирус, он подвержен как раз, он гибнет при применении как кислород содержащих дезинфектантов, так и хлор содержащих дезинфектантов, поэтому эффект будет от этого только, скажем, положительный, потому что инфекция, она может осаждаться на любых поверхностях. Дороги в Барнауле начнут обрабатывать уже с понедельника, поясняют, в ночное время. Главное, чтобы температура воздуха была положительная и жидкость не вымерзала. А вот общественные места будут дезинфицировать только днем. Мы выстроим график работ, чтобы горожане видели, в какой день и в какое приблизительное время мы будем обрабатывать ту или иную территорию. Почему здесь с нами присутствуют народные дружинники? Они будут ограничивать это пространство, которое обрабатывается в течение 15 минут, чтобы люди не подходили. В планах администрации проводить обработку еженедельно, причем не только центр города, но и районы. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.